Проблемы с сердечным ритмом у Аллы Викторовны начались около 5 лет назад. Отдышка, усталость, потливость, постоянное напряжение и страх, когда чувствуешь, что сердце буквально выскакивает из груди. При нормальном пульсе 60 ударов в минуту сердце заходилось до 120. Ждать квот на операцию ни сил, ни желания не было. Женщине посоветовали обратиться к одному из лучших кардиологов города Юрию Ягаю в медцентр «Океан». Но врачи только хорошие. И сама, во-первых, в интернет зашла, посмотрела, что же, и 13 лет практики у него. Ну, всегда только хорошая. Страшно было? Ну, знаете, не страшно, внутренний такой был страх. Вот. А так, нет, доверие полное. Я как бы шла спокойно. Нарушение сердечного ритма является причиной летального исхода в 10-15% всех смертей от болезней сердца. В Приморском крае порядка 10 тысяч пациентов нуждается в аритмологической помощи. Это как медикаментозное лечение, так и хирургическое вмешательство. Компетентных врачей по данному профилю в крае единицы. Ведь нужно не только знать теорию лечения, но и практиковать малоинвазивные операции ежедневно на протяжении многих лет. В медцентре «Океан» пошли дальше. Начали лечение в 2018 году и успешно проводили катетерные операции у пациентов с различными нарушениями ритма сердца, имплантировали приборы различного класса пациентам, нуждающимся в этом. Но в этом году наш центр явился первым на Дальнем Востоке и одним из 5 центров на территории Российской Федерации, которая приобрела установку «Ритме». Это система уникальная, система высокоплотного картирования, так называемого, которая позволяет за минимальное время набрать от 3 до 30 тысяч точек в интересующей нас камере сердца. Датчики заводятся через бедро и по венам их протягивают к сердцу. Уникальный прибор медцентра «Океан» позволяет четко отследить состояние той или иной камеры сердца и проследить, откуда начинается аритмия. На приборах врачи видят 3D-модель сердца, созданную с помощью компьютерной томографии и дорисованную системой аритмии. Такое изображение позволяет воздействовать на пораженные участки не вслепую, а четко в определенные места, не повреждая окружающих тканей сердечной мышцы. Операция длится от 1,5 до 5 часов. После нее человек навсегда забывает о проблемах с сердечным ритмом. Вообще сейчас мировая тенденция – это тенденция не столько говорить просто о стоимости операции, сколько говорить о так называемом клинико-финансовой основе. То есть в каком-то продолжительном периоде времени, допустим, 10 или 15 лет, люди стали считать, экономисты стали считать, сколько будет стоить для человека лечение медикаментами или профилактика тех или иных осложнений медикаментами и сравнивать это со стоимостью операции. Вот. И на сегодняшний день множество аритмий можно вылечить раз и навсегда, забыв о медикаментах, и поэтому, вот соотнеся вот эти вот параметры в каком-то продолжительном периоде времени, так или иначе, все равно клинико-экономическое обоснование выполнения таких операций абсолютно существует для каждого пациента. Преимущество операции в медицинском центре «Океан» заключается не только в улучшении качества оперирования, но и в сокращении послеоперационного периода до 1-2 суток. Пациенты легко переносят процедуру и буквально на следующий день возвращаются к повседневной жизни. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, новости на восьмом.